Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами проходить игру Mare in Abyss, или, как в переводе на русский, созданы в бездне. В общем, друзья, в прошлой серии мы с вами угодили в небольшую передрягу, встретили нашего друга Тиаре. Вот, надеюсь, это мальчик или девочка, я не знаю, он похож на девочку просто. Вот, так что, так, ладно. Так, потратьте некоторое время на поиски реликвий, да? Так, хорошо. Порт. Так, приют гильдии, друзья. Я чуть не забыл, нам надо отдать письмо. Помните, которое мы... So you found a letter left in a mail balloon. Которое мы подобрали вчера. Ну, не вчера, а в прошлой серии. Понятно. Итак, вы нашли письмо, оставленное в почтовом шаре. Интересно. И письмо было написано его семье. Я скажу тебе, где найти дом этого пещерного рейдера. Пожалуйста, доставь его сам. Хорошо? Это письмо от него? Жена пещерного рейдера. Вы правы, это его почерк. Наверное, мне конец. Я использовал последние силы, чтобы найти, чтобы написать это. Моей любимой жене и детям. Я не был хорошим мужем или отцом. Но я всегда буду присматривать за всеми вами. За всеми вами до того дня, пока мой дух не вернёт. Я молюсь, чтобы это письмо попало на поверхность. Никогда не думала, что он напишет что-то подобное. Спасибо большое, что вернули это для нас. Мой муж тихий человек. Так, ОБС хоть записывает? ОБС записывает. А мой муж тихий человек. Вечно зацикленный на пещерных рейдах. Значит, я никогда не знала, что он на самом деле думал. Если бы не это письмо, мы бы никогда не узнали. Спасибо. Эй, ты! Ага, ты, иди сюда. Я получила ваше письмо. Письмо? Эй, это я. Серьезно, пещерный рейдер? Что? Это же этот чел писал. Выбросьте это. Смотри, как ты весь растерялся. Знаете что? Совсем недавно мой муж попал в аварию. В конце концов, он случайно был спасен другим отрядом пещерных рейдеров, и ему удалось выжить. Это должно быть письмо, которое он тогда написал. Я буду беречь это, как на самом деле дорогое сокровище. Спасибо. Так это типа развод. Ну как, короче, друзья, он написал это письмо раньше, но мы его нашли сейчас. Я понял. Отправиться, ладно. Так, друзья, у нас новый уровень. И мы можем прокачать еще чего? Мы можем прокачать... А, у нас 2 очка способности. Знаете, друзья, что? Я думаю... Вместимость рюкзака первое, что мы вкачаем, друзья. Так, уменьшаешь шкалы плотность. Так.
Так, рюкзак давайте мы прокачаем. И можете делать выпады во время карабкания. Выпады. А, ну это то, что Рика умела. Да, ну давайте сюда тогда вкачаем. Я полностью, друзья, всего буду персонажа прокачивать, то есть по всем навыкам, но рюкзак это было первоочередное. Так как нам постоянно не хватало в основной игре вместимости рюкзака. Так, друзья. А я напоминаю, что у нас еще оружия никакого нет. Это если что. У нас нет абсолютно никакого оружия. Нам нужен еще один твердый камень, и мы сможем. Так, это раскрутки. Так, друзья, а нам куда вообще надо? Нам у нас сейчас какое задание? Расследование. Исследуйте первый слой. Ага, то есть первый уровень нам нужен, да? Сфера. Я это все буду раскапывать, друзья, так как мне нужен твердый камень. Мне сколько еще не хватает там на оружие? На оружие мне не хватает. Так, погодите. Создание. Так, на кирку еще одного твердого камня мне не хватает. Ну, я скажу, без оружия это хрень. О, твердый камень. Хорош, хорош, друзья. Твердый камень сделать, да. Кирка. Так, теперь мы кирку ставим. Вот сюда. Все. Все, теперь мы, друзья, при оружии. Так, исследовать первый уровень, нам говорят, да? Не надо меня бить. Да идите же вы. Так, слушайте, ну выпады это хорошо. Так, сломанный почтовый шар. Раскопки. Так, твердый камень это очень важно, друзья. Я так подозреваю. Так. Нам туда, я насколько, да, знаю. Так, друзья, нам это очень быстро увеличивает скорость пуска. Так, берем кирку нашу любимую. Белочки, не дурите. Так, окей, восстановил здоровье. Так, гондола водопада. Первый слой без. Так, ну нам сказали исследовать первый слой, да, это. Так, нам опять на эту гондолу или как?
Первый слой. Каменный копчик. Так, давайте глянем на кап. Что-то у меня такое чувствуется, что мы опять сейчас будем бегать туда-сюда, ничего не понимать. Это что? У меня такое большое прям предчувствие, что мы точно так же будем сейчас бегать. Так, а у нас твердый камень есть? Нафтяк, пожалуй. Твердого камня у нас... Один у нас твердый камень, да? Так, что там, опять этот босс? Ух ты! Так, я, наверное, не то применил. Вот что мне надо было. Надеюсь, игра не орёт. Надеюсь, я вообще, друзья, правильно иду. Я на это очень надеюсь. Так, первый слой белый. И следующий первый слой. Первый слой это ж. Вот, просто чтобы мы, друзья, сейчас с вами опять не проходили полчаса просто так. Так, яблочки пособираем. Потому что мы можем с вами проходить просто так, и в итоге... Так, ну нам походу не сюда, да? А нам куда вообще, друзья, мне вот интересно? Нас отправили в бездну, да? И нам вообще, если так, подойти к этому, куда нам? Так, ну там очень глубоко. Может нам не сюда, друзья, может нам наоборот, в другую часть. Я даже не знаю, друзья. Так, ну здесь босса нашего уже нет. Это уже хорошо. Помните, мы здесь босса одолели. А, зачем ты это применил? Твердый камень. Хорошо.
По идее, у нас... Извиняюсь, по идее, у нас, как бы, рюкзак на 11 килограмм. Так, ждем, пока проклятие спадет. Я, по-честному скажу, не знаю, куда нам идти. Да смотрите, друзья, упадем. Да. Так, у нас есть еще яблочки еще. Здоровье подкрепить, да? Да, яблоки тоже восстанавливают здоровье и еды. Так, ну я хз, куда нам надо. Смотрите, у нас в задании Е-квесты. У нас написано, исследуйте первый слой. Может, я думаю, что нам... Да не жонглируй ты. Можешь размахать сколько хочешь, я ничего не знаю. И полетает. Так, друзья, ну, я по-честному вам скажу, что... Пускай эта хренатень тебя размахивает. А мы назад что, уже не можем? Во. Так, давайте попробуем в другую часть бездны пойти. Попробуем во все части. Ох, как быстро здоровье убавилось. Вот, я просто не знаю, что они имеют в виду, исследуйте первый слой. Должно же быть, наверное, определенное задание какое-то. Вот мы пока собираем лут. Так, остальное оставим. Я без понятия, что они имеют в виду исследовать первый слой. Но должно быть какое-то задание, да, там? Не знаю, мне, друзья, кажется, что эта сюжетка поинтереснее. Нас в первом сюжете просто по сюжету тягали и все. Нам... Так, а ну-ка, белочка.
Мне не нужно твое мясо, мне нужно... У нас твердого камня, в принципе, дофига. Так, первый слой, ну-ка. Я просто не понимаю, куда нам идти. Хоть с животного, отлично. Вот, даже если, друзья, посмотреть по карте, у нас только первый слой, все. Пятый уровень. Четвертый уровень, третий, второй и первый у нас. То есть нам надо исследовать, я так полагаю, вот эти вот... Да, скорее всего, нам надо по всему... Ладно, пошлите. Вот, скорее всего, друзья, я понял. Нам нужно вот эти вот исследовать. Вот эти знаки вопросов. То есть нам еще три области исследовать. Ну, пошлите. В каких областях мы еще, друзья, не были с вами? Ух, как у нас много этого. Да, нам сюда. Так, давайте мы, друзья, перекусим. А что мы можем сейчас, друзья, приготовить, в принципе? Что у нас есть? У нас есть... Мы можем мясо хвоста приготовить, сделать. Здорово, брат. Ты у нас кто? А ты кто? Где я напал на первобытное существо. А кто ты? Это ты лечил меня? Ну, как бы да. Примите мою благодарность. Я Дечуанга. Я Дечуанга. Охренеть. Имя. Имячка. Дечуанга. So that's your name. Понятно. Так, тебя зовут. Вы можете быть ребенком, но пещерным рейдером. Вы можете быть ребенка, но пещерные рейдеры всегда такие надежные. Кстати, вы не видели здесь других пещерных рейдеров? А ты здесь не один? Дечуанга. Понятно. Мне нужно скоро перегруппироваться. Ой, укус этого первобытного существа причиняет мне боль. Я не пещерный рейдер, но я хотел увидеть бездну своими глазами. Я нанял пещерного рейдера в качестве
Телохранителя. Телохранительно нырнул тут сюда. А вопрос, а какого хрена, если ты не знаешь вообще про бездну для чего? Что она такая опасная, полез сюда. Но после того, как это первобытное существо напало на меня, разлучилось со своим телохранителем, я не думаю, что смогу ходить в таком состоянии. В таком состоянии и ребенку будет трудно нести меня. Как насчет этого? Я хорошо вам заплачу. Так что могли бы вы пойти поискать пещерного рейдера, который я нанял? Конечно. Но только заплати, я вижу, что ты же весь в своих цепочках золотых. Только заплати. Так, квест. Для Чуанга найти. Спасибо. Я рассчитываю на вас. Так, благо у нас Чуанг. Может, на превьюшку пойдешь, а? Как вы тебе? Так, и нам надо, друзья, будет пожирать. Нам нужно будет реально пожирать. Можно и так. Так, вот. Здорово. This is bad. I got separated from my client. Это плохо, я отделился от моего клиента. Hey, you there. Эй, а там, вы не видели здесь мужчину? Guy, обычный парень, не пещерный рейдер. Yes, видел я с ним right. только что. His name is Дечуанга. Да, его зовут Дечуанга. Where did you find him? Где ты его нашел? Извини. Не мог бы ты указать мне, где он? Ну пойдем, я тебя отведу. Чуанга довольно состоятельный человек из другой нации. Он много заплатил, чтобы нанять меня. Он собирает реликвии из бездны. По крайней мере, я слышал. Его коллекция пробудила в нем желание увидеть бездну своими глазами. Я постоянно предупреждал, что любители не может спуститься. О нет, мне лучше найти его поскорее. Кто знает, когда он может быть съеден. В любом случае, пожалуйста, отведи меня к нему. Да, без вопросов. Thank you so much. Большое спасибо. I'm sorry, but I hurt my leg. Извините, но я повредил ногу. Пожалуйста, верните меня на поверхность. You got it, Mr. Дечуанга. Вы поняли, мистер Дечуанга? I have to take you back safely. Я должен вернуть вас целостности и сохранности, иначе мне не заплатят. Oh, and thank you too. I'll give you a reward as promised. Ой, вам спасибо. Я дам тебе награду, как и обещал. Ух, нихера себе. 8400 у нас, друзья. А теперь извините. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Имя. Забеспокоился, поэтому они решили вместе вернуться на поверхность. Вернувшись на поверхность вместе с Дечуангой, я направился обратно в приют Бельчина. Так, здоров, Нат, да, или ты Шиги? Нат. Эй, вы с Доротеей близки?
Вы не могли бы вместе с нами отправиться в пещерный рейд? Давай. Правда? Замечательно. Я скажу ей прямо сейчас. Как дела, Нат? Лидер поспорил. Лидер попросил меня оценить ваши способности. Значит, ты отправляешься с нами в пещерный рейд. Мы посетим мелководные первые слои бездны. Примерно 3 раза. Конечно, Нат. Я сделаю все возможное. Теперь иди приготовься к пещерному рейду. Хорошо. Хочешь знать, почему я попросил тебя пойти за мной? Я просто не умею общаться с такими шумными, как она. Вот почему мне нужна твоя помощь. Ну, конечно. Все готово. Поехали, мы собираемся творить легенды. Ну а как ты справлялся с Риком? Ну скажи. Так, ну давайте мы сохранимся, друзья, с вами сейчас. Вот сюда. Так, порт. Погодите, друзья, прежде чем отправиться в бездну, я хочу посетить магазин снабжения. Купить. Так, купить. Давайте мы, друзья, купим еще пистолет. Так, знаете что? Давайте мы еще продадим. А мы можем даже продать. How about this? Так, продать. И дальше мы продадим с вами. Я не знаю, нужно ли нам это все. Так, ну кирку мы оставили, друзья. Так, что мы еще? Птичье мясо. Ну, с мясом мы что-то приготовим. Мягкое мясо. Короче, пока оставим. Нет, я знаю, вот это надо продать. How about this? Так, и купить. Купим мы, друзья, еще с вами. Это обычная кирка, а это для... Так, мы можем, друзья, еще пистолет купить, но он дохера стоит. Удочку. Давайте удочку купим. Это раз. Вот. И купим мы с вами... топор. Все. Пока что, друзья, хватит. Давай, спасибо. Магазин Лаки. Что мы можем в магазине Лаки купить? Мы купить еды. Нам нужен хапчик. Как бы. У нас 8,85. Яблоки, соль. Давайте одну тоже купим. Все. В принципе, мы, друзья, затарились. Отправляемся в бездну. Отправимся. Так, отправились. Здорово. У нас теперь 2 второстепенных персонажа. Так, а я что, знаю, куда идти, куда вас вести? Вы такие странные. Квесты.
На дротире будут сопровождать вас, направляйтесь к первой контрольной точке. Гондола водопада. Гондола водопада, это я походу знаю где. У дротири лук. Над, погоди. Молодцы, молодцы, что мне нужны ваши кости. Молодцы, что вы мне помогаете убивать этих белочек. Это очень хорошо. Молодцы. Так. Мы с вами еще камешек вот этот раскопаем. А, друзья, давайте еще мы с вами очки способности вкачаем. Нам же дали новые очки. Так, пещерный рейд. Полоты. Ну давай вот это. Это я так понимаю... Это я, друзья, так понимаю, что нам будет меньше хотеться кушать. Так, веревка. Может прыгать во время лазания по веревке. Ну, это нам тоже нужно. Работайте, пожалуйста, белочек, доротерия. Давай, хочу посмотреть, как ты стреляешь с лука. Ты там в кого? В НАТО, что ли, стреляешь? Нам НАТ еще нужен живой, не надо в него стрелять. Так, спуститься. А, друзья, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Что мы можем сделать вот этой вот травой. Ага, то есть он для еды. Вечная удача. Я не понимаю на китайском, но тут, видимо, не переведено. Так, ясно. Доротерия, можешь не страдать фигней, пожалуйста. Мы все же на задании. Так, погодите. Запомните, первое правило рейдера. Нужно собирать лут. Всегда. Нужно всегда собирать лут. Но если не знаешь, где этот лут, а я знаю, где этот лут. Так, хорошо. Интересно, есть ли такая... Так, это он? Да, это он. Интересно, можно ли вкачать, чтобы выносливость добавить немножко? Так, пойдемте, ребята. О, погодите, там эти камни. Помогите мне, защитите. Так, давай. Все, побежали. Так, вот наше задание, друзья.
Вот наше задание. Так, хорошо. Что ты думаешь, Нат? Что я думаю? О чем? Мои навыки. Я такого же, я такой же гений, как легендарная Рика. Да растери, это пусть ты на там задолбала. Я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, у Рика нет навыков, которые сделали бы ее гением. Она обычная, совершенно обычная. Что? И ты, наверное, тоже обычный. О, нет. Почему ты так восхищаешься Рика? Потому что она единственная дочь Лизы. Властелина аннигиляции. Властелина уничтожительницы, наверное. И она отправилась на дно бездны, пока она была всего лишь красным свистком. Да, это правда. Кстати говоря, я бы сказал, что она гениально спешит с выводами. Так, я вот так. Я так и знала. Рика такая легенда. Ты продолжаешь говорить, что она легендарна. Но я надеюсь, ты понимаешь, что вы похожи чем-то на нее. Правда? Ура, я так счастлива. Ну, продолжим. Так, контрольная точка, каменный ковчег. Конечно, Нат. Так, каменный ковчег, я знаю где. Слава богу, что здесь контрольные точки помечены. Так, девочки, идите-ка вы. Ага, тяжело, да ладно. А чего нам выкинуть? Так, нам надо что-то, друзья, выкинуть. Что нам выкинуть? Вот этот, во-первых, мясо хвоста. Во-вторых, мы вот так это чучело тут обходим. Хорошо, значит, пока что лут не собираем. Так, друзья, буквально одну секунду. Так, продолжаем, друзья. Продолжаем. Я отходил. Так, хорошо. Эй, Нат. Расскажи мне больше о Рика. Какая боль. Эй. Мой очаровательный младший... Твой очаровательный младший просит об одолжении. Хорошо. Ну, Рика большой лук. Она носит очки. Косички все время плетет. Правда? О, и... Она... Гладкая, я не понял, что. Что? Так. Ну, знаешь. Понятно. У нее кожа должна быть... была гладкой. Как шелк. А что-то в этом роде.
Ты покраснел, может быть? Ты действительно любишь Рика? Ну, конечно, нет. Да ладно тебе, нам. Идиотка. Зачем мне? Ни за что. Да ладно, не оправдывайся, нам. Мы все знаем. А это звучит подозрительно. Правильно? Ты тоже так не думаешь? Я думаю, что он просто как бы это... Я сказал, что это не так. Эй, со мной, да? Не-не-не-не, я на стороне Доротеи. Ха, видишь? Эй, на чьей ты стороне? Давай. Нет, это очевидно. Все могут сказать, что это по вашей реакции. Заткнись. Кроме того, нам нужно сосредоточиться на рейдах. Давай, продолжим. Нет, друзья, ну как бы, смотрите. Так, что у нас там по заданию? По квесту. Ветряная мельница. Опа, 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 вот так как. Белочки не надо мне бить. А теперь здравствуй и тебе. Нет, друзья, ну смотрите, нас реально втюрился в Рика. Ну, по сути. Он так, помните, даже в аниме он так за нее переживал, он прям так волновался. Пускай. Может быть. Телепортировали? Вот, ну реально. Так. Жираем этот плод сразу же. Ну, друзья, ну по факту. Реально нас. Ну. Так, здесь ветряная мельница, да? Это прыгающая скала. Погодите. Погодите, нам не сюда, походу. А, я прыгающая скала. Или после прыгающей скалы идет. Погодите, я не... Just ask us if you don't know Sonic. Так, или, друзья, погодите, или где? А куда? Так, нам же походу сюда, да? Ну давайте посмотрим. Погодите, нам... Так, это каменный ковчег. Как посмотреть, что нам... Ага, да, значит правильно. Идем.
Так, друзья, у нас же есть удочка. У нас же есть удочка теперь. Давайте порыбачим. Оборудование. Сюда. Так, у нас акатерия. Да что ж. Так, едим мы или выбросим солнечные сферы. Нам бы, друзья, продать что-то. Так, мягкое мясо. Все, я думаю, хватит пока. Так, а нам, друзья, куда? Мы не зря это сделали. Ай, ой, ты что? Или нам реально туда? Так, а ну-ка пошли-ка туда, блин. Откуда начнем? Ясно. Оборудование вместо яблочка поставим хорошо. Так, давайте сохранимся сюда же. Нет, давайте порабачим. Я, знаете, друзья, так и не пойму, нам туда или нам туда аж. Я думаю, что нам аж туда. Все, доротерия, все. Нат, ну хоть ты не будь таким этим. Пусти. Да, мы с вами тоже.
Так, а мы с вами порыбачили или нет? Нет, конечно. Так, и давайте еще одну рыбу словим. Так, друзья, и что у нас по времени? Надо заканчивать. Вот. Ну что, друзья, я на этом предлагаю закончить. Тоже встретимся с вами в следующей серии. У нас и так уже серия длится 56 минут. Давайте мы уберем еще яблочко. Нет, не вижу. Вот, продолжим в следующей части, а пока что на этом все. Еще раз сохранимся. Так, сохранимся, да. На этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующей серии. Все, всем пока.